В Башкирии задержаны трое полицейских, подозреваемых в изнасиловании. По предварительным данным, в ночь на 30 октября девушка-дознаватель Уфимского отдела полиции подверглась нападению своих же коллег прямо на рабочем месте. Двое из них – начальники районных ОМВД. По решению руководства Главного управления собственной безопасности МВД России группа сотрудников главка направлена в Республику Башкортостан для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району республики. В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.